Сазонов 27 номер, Николай Белов 44-й. Первая тройка нападения, Максим Пестушко 30. И сразу же, буквально во второй смене, СКА открывает счет в этом матче. Матиас Вайнхандель принимает поздравления от своих партнеров. Ну вот буквально первый бросок по воротам, и сразу же шайба вылетела в них. Смотрим повтор. Вайнхандель отдавал передачу, и Мортенсон в ближний угол не успел здесь переместиться. Томас Старки и вынужден Финогенов шайбой. Прухой там на пятачке сразу двое, и шайба в воротах. Судя по всему, Дмитрий Калинин. Там, конечно, два человека сразу претендовали на то, чтобы подставить клюшку. Был еще и Непряев рядом. Но дотянулся именно Дмитрий Калинин. На Клименко, но было сложно что-то еще сделать. Еще бросок от Дмитрия Калинина. Дубль от Дмитрия Калинина сегодня. Вот так результативно начинает этот защитник свой сезон в составе СКА. Ну и смотрите, реализация большинства у армейцев в третьем отдельном взятом периоде 2 из 2. И это Кирилл Пальцов. Кирилл Кольцов вот в такой неудобной позиции находясь, сделал голевую передачу. Ну и, конечно, бросок получился у Дмитрия Калинина. Очень хорошим, ну и плюс к этому в первом, втором периодах. И вот сразу же в третьем СКА взялся за дело, и вот и нефтехимик ответил. Максим Пестушко, 3-1. Капитан команды открывает счет заброшенным шайбом нефтехимика в этом сезоне. Давайте посмотрим повтор сначала. Вот все началось с того, что Пестушко там пробросил шайбу в зону. Дальше Кваша ее подобрал. И Пестушко же замкнул этот пас от Кваши. Для Максима это